Всем привет, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео вам покажу свое утро, а точнее свое идеальное утро, то, каким оно должно быть на самом деле, но что-то пошло не так, и оно просто не такое. Обязательно подписывайся на мой ВК и Инстаграм, потому что я их... Обязательно подписывайся на мои социальные сети, такие как ВК и Инстаграм, потому что я их веду, я там сижу, часто сижу. И теперь не буду тянуть, давайте вместе посмотрим это видео. Добро пожаловать в мое идеальное утро. На самом деле я сплю очень долго, но это же мое идеальное утро, поэтому встаю я рано и просыпаюсь по будильнику. После того, как я встал, я обязательно буду просматривать все свои социальные сети. Это уже просто как рефлекс. А в частности, что нового в группе Кирилла. Частенько я захожу в комментарии его, потому что там очень интересно, и можно найти очень много нового. Я всегда одеваю носки, ибо пол, ну, очень холодный. Также я хожу в штанах и какой-нибудь кофте. После того, как мы проснулись и оделись, что нужно сделать? Правильно, следом я иду умываться и чистить зубы. А после этого включаю свою любимую музыку, заправляю кровать и убираюсь на столе. И да, я почти никогда не ем утром, мой максимум это чай, и если в холодильнике есть Актимель или всякие коктейли, то пью только их. Но параллельно этому люблю смотреть YouTube или ТМПУ. О да, ТМПУ это просто моя любовь. В общем, вот так проходит мое утро. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, потому что я над ним очень старалась. И я очень надеюсь, что ты поддержишь меня лайком и подпишешься на мой канал. Всем пока-пока!